А сегодня у нас завтрак, сухой завтрак. Решили взять хлопья с молочком. Это местная лепешка. Я сюда мед. Черный мед. Здесь, ну, короче, у нас такого нет. Омлет с сыром взяла. Галя мне бросила какие-то две колбаски. Сыр козий, помидорчики. Галя практически то же самое. Да? Омлет, лепешка, колбаска и это, хлопья и какие-то еще шоколадные шарики она добавила. Сегодня так решили позавтракать. Что-то кашу нам не захотелось. Вот, сухие завтраки, любые, какие хотите, на завтрак есть, для любителей. Приятного аппетита! Приятного! Вот так. Мы идем, привет, друзья, идем, позавтракали, идем на морюшко. Ну, вроде как бы сегодня ветра нет, не знаю, это самое главное. Потому что, как я говорила, понтон, если сильный ветер, даже будет там вообще качели-карусели, качаться будет. Вот этот бассейн, мы вчера здесь были. А сегодня будем в бассейне, нет? Будем? Да. Мы в море поплаваем. Галя сказала, что будем. Вот через арочку это пройдем. Угу. Солнце. Это просто что-то. Это вообще. А так все замечательно и все хорошо. Все, дошли мы до морюшка. Вот сегодня такая волна. Флаг не вывешен, но сказали, что течение хорошее. Вот понтон, видите, как качается. Короче, у кого плохая ориентация, тому лучше не ходить по понтону, где такие волны. Нет, ну там можно держаться за эти вот, за веревки, за это, но это не очень комфортно. Но я все равно окунусь. Где я, как это? Я каждый день. Здесь, как я уже говорила, море очень лечебное. Здесь высокая концентрация соли. Второе в мире море красное. По высокой концентрации соли. У кого особенно суставы, это вообще, ну и вообще для общего организма, как бы это очень полезно. Ой, какая красота. Вот от берега вода бирюзовая, а там дальше как бы синяя. Ой, смотрите, ой, побежал. Водички пришел, не водички, а здесь эти ракушки. И вот он под камнями ищет. Вот так вот. Вот, прыг. Вот он. Ой, сейчас волной смоет. Нет, не смоет. За сапелька белая. Здесь мелкие рыбешки плавают, а хитренькая какая. Пошла охотиться, охота пошла у нее. Вот. Развернула камеру. Что такое? Галя страдает, не знаю чего. Искупалась, пришла и что-то стонет. В чем дело? В чем дело? Плавать хочу. А, плавать. Ну, плавать хочу, я тебе говорю программу. Завтра с утра рано-рано. Мы можем пойти на бассейн? Пойдем. А как же? О чем ты говоришь? Естественно. Пойдем и на бассейн, пойдем и за бассейн.
Вот показываю морюшко. Никак не налюбуюсь на него вообще. И цвет воды меняется. От берега такая бирюзовая. Ну там рифы, они как бы этот цвет меняют. А дальше прям синяя, синева такая. Сегодня мало катеров проходит. Вчера как-то катеров было много, прогулочных. Ты все-таки, конечно, захотела, но ты вдвоем бы пошли. Сейчас развивали такие или... Ну, меня вот этот вот понтон, качаешься на этом понтоне, как, не знаю, сосиска в проруби от волны. Понтон прям вообще качается, будь здоров. Это вот такая волна, как в день нашего приезда. Я еле дошла до конца понтона, это нужно дойти. И там, ну, есть лесенка, конечно, с лесенки сразу прыгаешь. Для тех, кто глубину не приемлет, там глубина сразу. То есть там дна, я не знаю даже сколько метров, да, гад? Метров 30 минимум. То есть там дна нет. Все, я пошла плавать. А то у меня женщина спрашивала, говорит. Ну, мало. А если я с лестницы, там сразу дно? Я говорю, вы что? Какое дно? Рассчитывайте на то, что нужно плыть. Или, говорю, вот, ну, одной рукой держаться за эту веревку или за спасательный круг. Другого не дано. Так, я отключаюсь. Мы идем в бассейн сейчас еще. Поплаваем. Поднялись мы к бассейну. Сейчас здесь поплаваем. Алёша место занимает на шезлонге. Мы вчера здесь были. Нам больше этот здесь как-то бриз такой от моря, ветерок. А там за нашим отелем вроде как бы ближе. Ну, это... Он как-то немного меньше, что ли, этот бассейн. Заняла местечки. Вот как раз. Вот как раз мы вдвоем. Третья наша попутчица от нас откололась. Там где-то возле моря она. Она у нас ныряльщик. Поныряет, полежит, опять ныряет. Короче, она специалист по дну морскому. Так, сейчас пойдем плавать. Идем уже с бассейна с Галей. Сейчас у нас программа переодеться к обеду. Обедаем. И потом пойдем или в море, или еще в бассейн. Погуляем еще по дорожкам. Ну, погуляем это ближе к вечеру, потому что сейчас очень жарко. Это вот наша столовая, здесь открытая. Терраса открыта, мы здесь ужинаем. Там за стеклом завтракаем, обедаем. Ну, как я называю столовая, ресторан, столовая. Магазинчики сувенирные. Этой дорогой мы еще не ходили. Поднимаемся все выше и выше и выше. Ой, красота. Здесь какой-то даже вот воздух. Конечно, температура, согласно этой страны, хорошая температура такая. 48-9 днем. Но как-то вот оно все равно, я хочу сказать, жарковато, но легче как-то переносится. Потому что с моря ветерок такой. Все, поднялись. Ага. Это ж у них это, они стригут газоны такой этой штукой, чтобы как будто бы рядочки такие.
Ну, здесь все ухаживается. Ребята работают с 5 утра. Я вчера в 5 утра встала. Галя идет и говорит, какая жарища. А у нас похолодало, Галь. Прилетим. Если температура не повысится, то ты будешь говорить, ой, назад надо лететь, обратно. Дожди что-то там. А здесь вот сбегает. Я уже здесь снимала не один раз. Это у нас вот наш отель. Прям рядышком. Так, у нас обед. Что-то я как-то скромно. Рыба кантаки. Просто первый раз ее ем. Не знаю, посмотрю. Название кантаки. Это в кляре. Картошка на гриле. Здесь микс салатики. Супчик, чтоб жиденького. Это мой наборчик. Галя, что там заказала? Картофельное пюре, гуляш, что ли? Говядина. Печенка. Печенка. Курочка. Печенка, курочка. Ну, там помидорчики. Салатики. Вот Галя тоже штучка. Рыбка. Я не знаю, что это. Взяла? На кляре. Рыбушка, видать, какую-то куриную. А где ты его взяла? Там, где овощи. А салат такой интересный. Сочетание, я имею в виду, морковь и дыня. Не знаю. Попробую. Морковь и дыня. Супчик овощей. Это на морковь не похоже. Похоже? Дыня точно. А морковь? Идем, ищем. Здесь обнаружили на территории нашего Монте-Карло клинику. Хочу спросить, может быть, тест здесь сдать можно. Не ездить мне в больницу в эту. А то, во-первых, и время теряешь. Не знаю, ну, говорят, что быстро, но все равно время ж теряешь на такси. Туда, обратно. Результат. Результат на Вайбер или на WhatsApp они присылают. Вот такая система у них. Мы решили еще здесь спросить. Может, я здесь сдам. Ну, заодно и прогуляемся, потому что сейчас такое пекло. Лежать на этом, на море. Пойдем чуть позже. Номера. Сейчас я переключу, покажу вам красоты. Ой, не туда пошли, не в ту сторону пошли. Назад возвращаемся. Вот, терраса. Терраса. Идем по чужой террасе. Такой пол. Здесь кафельный. У нас из гранита, а здесь. Вон за забором уже другая территория. Очень много зелени. Просто очень. Вчера на экскурсию ездили, проезжали целый ряд всяких отелей, курортов. И некоторых как-то очень мало. Песок, камни. А у нас прям озеленение на высшем уровне. Ага. Ну, они подстригают каждый. Там чуть-чуть где-то отросло. Они тут же уже подстригают. Ну, то есть работают круглосуточно. Они меняются, конечно. Обслуживающий персонал, там как-то по суткам. Как
какой красивый этот. Это мы этой дорогой к морю идем. Там вдалеке это цветы такие малиново-белые. Но мы на правильном пути, Галь. Вроде как бы. Сейчас спросим, если нам откажут тогда. Да. Перед за 2 дня до вылета мне нужно ехать в клинику. Потому что у меня я с чужого аэропорта вылетела. С чужой страны, можно сказать. С другой страны. Поэтому. А вот если бы не было этого коронавируса, никаких тестов не нужно было сдавать. Никуда не ездить, не писать эти медицинские карты и так далее и тому подобное. Вот еще. Вот вдоль дорожки тоже такие цветочки мелкие. Ну, заодно вам сделаю обзор с другой стороны территории нашей. Сам отдых тихий, спокойный. Ну, вечером анимация здесь работает. Вот сегодня днем была пенная вечеринка. Не вечеринка, а пенное шоу. Аэробики, это ежедневно. Вот такие вот развлечения. В город мы не выезжали, вот, ну, экскурсия у нас была только. Хотим еще на рынок съездить перед отъездом. Может, что-то купить. Ну, вчера на экскурсии мы с Галей купили масла. Это завод, хотя они заводы называют фабриками. Завод по производству этих переработки всяких масел, всяких разных, косметических и для употребления в пищу. Вот купили масла. Какие у нас не купишь их просто. По 3 бутылочки. И парфюм. Купили. А еще зубную пасту купили тоже на водорослях. Очень хорошая здесь. Так, куда это мы идем? Пришли, не пришли, не знаю. Зашли в этот клиник по пути. Мне же тест нужно сдать. Но еще закрыто. Спросить. Завтра я буду тест давать. Спросить, во сколько они подойдут на ресепшн. Там берут анализ этот тест. Они закрыты еще. Ну ладно. Еще, наверное, 10 нет, я так думаю. Потому что на ресепшене сказали, она с 10 работает. Да, какая вот это? Да. Может, это так надо? Нет, это не надо. А, не надо. Да, трава, она и в Африке трава, как говорят. Ребята, он поливают, полят. Обслуживающий персонал. Он там указания дают им. Ходят, полят, они целыми днями здесь. У каждого своя работа. И вот высажено все. Надо же за этим ухаживать, поливать. А, да, и мне тоже нужно на фоне не фонтана, а водопада фоткаться. У нас программа продолжается по фотканию.
вот фонтан, он ну, не целый день работает, этот водопад. Фонтан, фонтан. Его включают после 9 и вечером отключают, только тоже в разное время. Ой, какой релакс, да? Вообще красота. Это возле нашего отеля, прям рядом. Служит как и опознавательный знак, не заблудишься, в принципе, нужно идти на водопад. И вот прям, ой, так хорошо освежает вообще. Сейчас мы немножечко посидим, вот лавочка здесь, для принятия релакса. Отключаюсь, друзья, будем фоткаться.